Может, у нас в гостях вообще с Алисой не работает? Почему у нас Алиса не работает? Почему я так не подключим ее? А ты можешь жарче сказать, Алиса, включи, типа... Да? Да. Ты прям уже горишь, ты питаешься об этом. Горю. Ты горишь, как агония, у меня агония. Мыл. Что, не похоже? Я уберу. Отходишь куда-то. Я шучу. Начнется за черная жижа. Короче, прикинь, что я узнал. То, что у 11 классов есть ВПР. Что? Да. Чего? Капец, мне кажется, ЕГЭ и ВПР классно. Сделай отсылку на сербскую леди. Сейчас сделаю, ребят, давайте. Давайте. Пока она там. Саша, ниже приседай. Саша, давай приседать на эфире. Ребят, приседаю за эфиром Мазиков. По полной программе. Нет, надо боком прям. И, знаешь, немножко так выпячивать. Конечно. А так вот, знаешь, как это? Как там они? Так вот. Раз. Все, нет. Позор. Артём, давай ты будешь в интервью нас представлять, Артём, давай. Угу, в кровати. В кровати как присядешь, сейчас собака аж обосрётся. Больше не жути. Изобрази Полину клоуншу. А что изображает ей? Она и так клоун. Ой, типа урл. Как она говорит, раз будешь стоматолога открывать. Полина хлеб хорошая вообще-то. Артём, конечно, больше. Артём, тебе врать не идёт. Я и не вру. Пока. А ещё лучше ВП. ВПР? Ну да. Артём, гениальная шифровка ВПР. ВПК. А Кэт при чём? Фамилия. Ага, реально. Блин, клоунша, это топ. Спасибо. Ребятки, Саша и Вероника... Ой, Саша и Полина клоуны, а Тёма Кош топ. Неправда. Какой параллельной вселенной может быть, но в этой лишь... Ну, кстати, ребятки, все подписываемся на Тёму Кош, не забываем. О боже мой, ребят, все от него отписываемся. Чтобы, ребят, чтобы не было у него ни одного нового подписчика. Смотрите, это кошка, которую мне подарила Марьяна. Кстати. Мы с Коржиком на эфире болтали. Да? Да, кажется. Саша, у Коржика на эфире почему нравишься ли ты ему? Чё? Я спрашивал у Коржика на эфире, нравишься ли ты ему. А он? Он такой, чего? Нет. Да, конечно, 100% на меня тайна. И я такой, Коржик, почему ты заходишь к Артёму каждый день на аккаунт? Он такой, да я не знаю, просто захожу. Он такой, 100% тайну наяривает. И такой, вот я приеду в Москву, и такой, ну, и я тебе поеду встречаться с Тёмой Кош. Я буду, знаете, сейчас, я, знаете, я буду как Полина Хлеб такой, знаете? Вот, ребят, представили, что это Оскар. Я так... Саш, ты ещё не забудь одеть просвечиваемый топ. Вот с такой сеточкой, знаете? Да, и сиськи побольше. Ну вот, ребят. Да куда, Саша, ой, я жду, когда тебя заблокируют. Ой, я жду.